У Кіровську створають строї з претензії на високу моду. Колекція одягу одузорної студії «Жамчужина» стала ліпшою на республіканському фестивалі-конкурсі «Млин моди 2018» у номінації «Діти». Удільники студії створають комплекти одягу, презентують їх на конкурсах і доказують, для моди і перших пригажунь маленький город не перешкода. Ефектные строи не меньше эффектные назвы «Огни великого города» «Адмирейшн». Девчата из узорной студии выразно представляют уборы, которые пошили сами. Эти наряды мы придумываем сами, рисуем эскизы, затем шьем, потому что мы хотим доказать, что наш город тоже чего-то стоит, что в нашем городе особенная мода. Коллекции студии штогод отримовывают годную оценку на областных и республиканских конкурсах. Сярод апошніх первое место с конкурса «Золотое веротенце». Але, как и у каждого начинающего мастака, у выхованцев студии есть амбиции. И тут замахнулись на высокую моду. По мотивах столичных граффити створили коллекцию «Соковицкие коты» и накировали на республиканский фестиваль «Млин моды». На протяжении нескольких лет мы ездили, возили свои эскизы, мы учились, мы ездили на семинары. И вот в этом году мы вошли в русло мельницы моды, можно сказать. Мы поняли концепцию этого конкурса, что нужно, что необходимо. То есть, и, ну, как бы, и та идея. То есть, увидев репортаж по телевизору про мартовские коты, у меня родилась идея, почему бы нам не сделать. Эту идею я донесла детям, а им очень понравилось. Майстерство юных модельеров оценили первое место у номинации «Дети». Теперь тут с энтузиазмом и новыми идеями рыхтуются до нового модного сезона. Катерина Булукова, Кристина Каранкевич, Миколай Соболев. Новини региона.